Полстолетия он в пути, всех успел перевести. Иван Рябых стал третьим в конкурсе стихотворений, посвященных электротранспорту. Парень вместе с мамой сочинил произведение, когда возвращался домой с юга. Тоже третьей, но в конкурсе детских рисунков стала его сестра Полина. Я нарисовала троллейбус вот, на Красной площади, там, где храм. Есть вероятность, что рисунки победителей и призеров конкурса разместят на поздравительных открытках в следующем году. Пока все изображения передали на хранение в музей Курского электротранспорта. Для ребят там провели экскурсию и покатали на настоящем ретро-трамвае. Кстати, проявить себя творчески могут и взрослые. Курянам предложили поучаствовать в разработке формы для водителей общественного транспорта. Очень приятно осознавать, что большое количество жителей неравнодушных к нам прислали заявки. Вводить саму форму мы планируем постепенно, начиная с января месяца. И к концу следующего года, 23-го, мы планируем всех водителей перевести на форму. А еще в следующем году парк Курского электротранспорта пополнят 15 новых троллейбусов. Кристина Горлата, Сергей Дорохов. События дня.